В эфире «События», в студии Андрей Трой. Здравствуйте. 14 августа в Самаре начнет работу традиционная сельскохозяйственная ярмарка. На площади Куйбышева запланировано обустроить 270 торговых мест. Свою продукцию представят производители со всей области. Закупаться продуктами самарцы смогут с пятницы по воскресенье. Ярмарка будет работать с 8 утра до 6 вечера. Также сельхозярмарки откроются во всех районах города. В Куйбышевском районе на пересечении улиц Пугачевский тракт и улицы Нефтяников. В промышленном районе на улице Воронежская, в Ленинском районе на пересечении улиц Владимирская и Коммунистическая. В Кировском районе на улице Старозагора у торгового центра «Колизей». В Красноглинском районе поселок Мехзавод в районе Дворца культуры «Октябрь». Подробнее узнать о местах размещения можно будет на сайте городской администрации. Работать ярмарки будут до 1 ноября. Глава администрации Самары Олег Фурсов поручил главам районных администраций и городскому департаменту потребительского рынка взять под особый контроль организацию ярмарок. Люди должны максимально иметь возможность купить все по доступным ценам, с хорошим качеством, без обвесов, без обсчетов. Обращайте на это внимание. Хотел, чтобы одновременно вы занимались уборкой территории, закончилась ярмарка, значит, все должно там быть подобрано, вычищено. В лагерях Самарской области.